Перемирие на Юго-Востоке добиться совершенно нельзя. Мне кажется, сейчас никакими дипломатическими методами, как бы там у нас ни старались министр иностранных дел наш Лавров, не выйдет перемирие. Это все будет, мне кажется, как мне кажется, длится очень долго и перерастет уже в такую партизанскую войну, которая будет катиться, катиться и катиться.